не получила, это я не могу сказать, что я ему не дам. Я подарила ему любви столько, сколько мне дали в детских домах. Меня там все любили и уважали. Я ему то, что дам, всю любовь я дам. Я его люблю, я его одеваю. Иногда, когда деньги есть, я его и обуваю. Он у нас, конечно, плохо кушает, но это чуть-чуть он понял и пошел. Все. Это что меня сейчас больше всего осторожит у этих у врачей, у детских, как педиатра мы были, они говорят, ребенок чего-то вот боится, переживает, зубки болят, коленка болит, он, может быть, нервничает. И...